Ну что ж, дорогие друзья, играем мы с вами в, значит, в Dead Space, дорогие друзья, да, в Майнкрафте. Мы вот несколько обновлений сделали, правда, некоторые из них вы уже увидите в нашей следующей игре, а не в этой, потому что в этой игре их практически не будет. Но основные обновления, наверное, нам нужно рассказать, да. В общем-то, мы сделали так, что при смерти теперь дроп не просто выпадает, а теперь, получается, он лежит труп, и вы можете залутать труп, короче, да. И таким образом можно... всякие разные ресы еще. О, здесь, 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 уходим, 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 уходим! Опа, предохранитель, отлично, туда возвращаемся. Так, здесь закрытая комната, открываем ее. Как видите, все еще лаги не пофиксили, потому что слишком много блоков, но это никак не пофиксится, это уже в следующей карте будет пофикшено. Тут мина, и... опа! Да, нашел, нашел, сейчас выйду. А я не нахер не выйду. Короче, вот, еще много чего интересного сделали, как бы, да, вот. Но это там в основном всякие багафиксы. Уже начали писать новую игру и начали строить новую карту для новой игры. А, вот такие вот дела, дорогие друзья. Все у нас не так уж и плохо. Ладно, у меня есть гаечный ключ. Я, короче, нашел тебя, прям меня проводишь. Сюда или будет? А ну сюда иди! Так, 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 пока Тимура жрут, я чиню, чиню корабль. Нужно чинить корабль. А, это пони у нас монстр. Я думаю, кто монстр? Это пони монстр. Давай, почти дочинил, почти дочинил, почти дочинил, почти дочинил. Здесь пони меня не видел, пока я чинить начинал. Так, монстр пока не вижу. Пока, понёшь, да. Сейчас я тебя поймаю, собаки. Кого ты поймаешь? Соси, соси. Собака, ну сюда иди. Нет, 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 Тимур, Тимур, соси пи... не Тимур, это пони, пони, пони. Пошел вон, пошел вон, пошел вон. Надеюсь, пока ты бегаешь за мной, пацаны находят нужные ресурсы. Иди сюда, я тебе сейчас твою булочку сушу. Тимур так долго корабль чинит, капец. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Ай, как больно, ай-яй-яй-яй. Они здесь, вот здесь, бежим, 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 дураки. Так, хорошо, хорошо, нужно искать что-нибудь полезное. О, аптечка. Тимур вылетел. Надеюсь, из-за этого у нас игра не закончится плохо, потому что у Тимура были вроде как вещи. Ой, не, он там ходит, он там. О, да на моя сладкая булочка, иди сюда ко мне. Пошел, бежим, давай, бежим. Иди сюда ко мне. Все, 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 сосать, пони, сосать. О, добей, сюда, сюда. Капец, надеюсь, я успел убежать. Добить этого, кажется, поймали. Ладно, у меня есть предохранитель, который я могу использовать. А куда они покидают игру? Куда? Так, надеюсь. Так, 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 вот, здесь можно предохранитель завязать и открыть еще эту дверь. А, пол, ее уже кто-то открыл. Ой, как же простенько. Где еще одна сладкая булочка? Блин, пони повезло. За меня Квант Руинер сегодня играет. Так, отлично, теперь валим. Вот сюда иди, булочка. Сюда, сюда, иди сюда. Он за мной гонится, вот твари. Да пошел в жопу, пони! Пошел в жопу! Иди сюда! Блин. Мы в разные стороны разбежались. Нормально, минус могу забрать свою. Я же можно забрать, да? Она же ломается. Все, отлично, отлично. Забрал себе мину. Добейт. О, так у добейта есть вообще что, кстати. У добейта много чего есть. Реле есть. Охлаждая жидкость для космического корабля. Тоже, смотрите, две вещи для космического корабля я нашел. А пони тоже вылетел. Не понял, а что они все вылетают? Это что, какая-то лаг-зона, при которой все вылетают или что? Ну-ка, давайте починку попробую сделать. Не, я вроде нормально чинюсь. А добей ты как сдох с двумя вещами для починки. Ладно, хорошо, давайте тогда, ну, следующую катку, да. Полетели, и я не монстр. Кто у нас монстр? Так, хорошо, монстр у нас кто, значит? Монстр у нас... новый чел. У меня сразу же есть генератор кислорода, вроде не сюда, да? А, спасительную капсулу. Так, хорошо, ладно, бежим в другую сторону. Нужно искать где-то припасы различные. О, тут уже где-то монстр кого-то жрет, судя по звукам. Надеюсь, не меня. Опа, это тоже навигационная система. Блин, кажется, у меня есть шанс свалить, дорогие друзья. Я свалить через, этот, через капсулу. Так, пока стрелять буду из этого бластера, понятное дело, почему-то тут бежит куда-то добутер. Вот, еще мы сделали обновление с дверьми, то есть можно люки расставить на карте. Но это уже будет в следующий раз. Да и другие еще обновы мы выпустили, разве? Добей, 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 возьми. Все, видите, не жалко добей, то отдал бластер. Не знаю, хорошая это идея или нет. Давайте здесь еще залутаемся, если что-то есть аптечка, хорошо. В целом у меня уже неплохой лут. Я могу починить немного специальную капсулу для соло
спасение зачем? Да просто потому, что я могу. Вот, я починю всего одну вещь и вторую вещь оставлю, потому что оставлю ее именно до тех пор, пока я карточку какую-нибудь не залутаю, либо ее не найду. Потому что, ну знаете, если я все починю, а кто-то найдет карточку, она, скорее всего, у кого-то в инвентаре прямо сейчас лежит. Ну, короче, проблемы, проблемы с этим могут быть. Так. Сейчас кое-что скажу еще монстру, подсказку сделаю. Топ, у тебя один из скиллов, одна из тех кнопок, которые ты назначил, позволяет тебе рычать и подсвечивать всех игроков на карте. Используя по КД, это очень полезно. Так, все, я ему подсказал, видите, он сразу же подсветил Тимур. Оп, Тимур, кажется, моя подсказка была зря, да? А у тебя лут есть? У меня есть, я уже отдал свой бластер этому... Добей туда. Я что-то вообще ничего не накинул. Не, у меня нормально, у меня весь инвентарь в луте, но он весь бесполезный. У тебя весь инвентарь? Да, я набрал кучу бесполезного лута. Так, теперь я должен найти полезный лут. Мне нужен один всего лишь предохранитель. У меня есть патроны. Предохранитель, ищи, нужно предохранитель найти. О, я нашел еще реле, отлично, можно еще починить корабль. Нам нужен предохрон срочно, чтобы залутать комнату. Иди пока поспрашиваю кого-нибудь, может у кого-нибудь есть предохранитель. Так, ой-ой-ой, тут походу какие-то замесы идут у нас. Корабль, смотрите, уже на две ячейки почини, видимо, команда-то у нас непростая сегодня. А зачем вы в корабль забегаете, валите? Начинаем чинить, пофиг, я спрятался. На шип можно жать? На шип можно жать, прикиньте, я не знал, что можно шип жать, боялся, что сейчас вылетит. Но не вылетел. Вот, короче, уже начали делать новые карты это делать. Это мастер, давай вставляй в меня эту запчасть, о да. Ну, Ваня, зачем ты падаешь, зачем ты падаешь? Да вот, там корабль чинит, стоп. Нормально. Пони, я сейчас завалю, если буду монстром, я тебе отвечаю. Так, осталась последняя часть, чтобы починить корабль. Мне кажется, она где-то за предохранителем. Опа, за Беста убили, к сожалению. Эй, урод, иди сюда! Иди сюда, я сказал! Иди сюда! Лох, фу, лох, за Тимуром бежишь! Таргетер, самый! Кстати, чем я таргетер? Постой, отдохни, лох! Чё, куда идешь? Куда идешь? Ты чё, заметил мину, тварь? Так, но я-то не пальцем делан, как говорится. Но я, наверное, у кого-то из наших друзей, наверное, у Пони есть предохранитель, стопудово. Пони, есть чё? Предохранитель есть? Предохранитель есть? Нет, это... А чинить, починить корабль есть? Есть патроны. Починить есть? А я три запчасти починил. А я тоже одну починил. Нам нужно предохранитель найти, он где-то здесь бегает, около корабля. Ты зачем минус стал мой? Я думаю, 100% да, у кого-то что-то, ну как его? Мне кажется, у добей того предохранителя. Уходим. Уходим. Куда? Да все, точно уходим. Я его зацепил, я его мину поймал, все, уходим. Пойдем. У меня есть еще все равно две аптечки. Да, у меня тоже есть, нормально. Он за нами бежит, надо разделиться. Сейчас ты налево, я направо. Да ё-моё, что ты? Замедлил. Так, хорошо, перезарядил себе бластер. Нужно подумать, где у нас может быть предохранитель. Добей, ты где? Где добейт вообще? Где может быть предохранитель еще оставшийся? Где может быть добейт с этим предохранителем? Вот в чем вопрос. Где может быть еще что я не залутал? Вот в чем вопрос. Добейт, у тебя предохранитель есть? Предохранитель, да. Давай, быстрее. Дай мне его. Так, хорошо. Добейт, видимо, не знает, как предохранитель работает. Ну, хотя он, наверное, на видосик смотрел. Но все равно надо все посмотреть еще раз. Нифига, здесь прямо открыто, заходи. Так я и открыл ее. Так надо было забрать за собой предохранитель, чего не забрал. У тебя предохранитель был, ты чё? На, забери один. Я потому что тут нашел один предохранитель. Все, этот будет твой, пойдем. Я сейчас найдем, я знаю, где последняя вещь. А, ладно, хрен с тобой. Все, предохранитель мне даже не нужен, я его, наверное, здесь оставляю. Сразу же бегу к кораблю. Так, мину поставил, чиним. Бес пока нас не может найти, это хорошо, это очень хорошо. Ну там еще и мина, все, мы должны выжить. Ух, да! Все, иди сюда, быстрее залетай внутрь. Ха-ха-ха, бест! Так, у меня уже две аптечки, крутой лут, называется, кучу говна набрал себе. Карту не знаю, так. Так, пацаны уже лутаются, хорошо, я сразу же иду к этим, к отсекам, потому что здесь можно много чего залутать. Опа, генератор кислорода, опа, мина. Ладно, тут залутают за меня. Предохранителя нет. Жаль. Хорошо. Опа, аптечка. Капец, я что, у нас мерик в команде? Опа. Это мне пригодится. Монстр один рядом. Спускаемся. Мы здесь первые, я так понимаю, здесь еще никого не было. Здесь у нас... Опа, предохранитель. Капец, я просто мастер лута. Ой, пошел нафиг. Монстр меня не заметил или что?
За монстра у нас играет новичок, поэтому, скорее всего, катка будет легкая. Но я просто позвал сегодня новых ребят. Видите, с нами еще и теперь еще и Дима Перец, это актер Аида, кто не знал. Так, сразу же вторую комнату с предохранителем залутаем. Залутал. Здесь у нас ключ, отлично. И еще одна мина. Так, давайте мины все в один стак закидаем. Чего они у меня в разных стаках-то находятся? Отлично. Так, и предохранитель тоже в один стак. Не знаю, мне просто кажется, что он может забаговаться и остаться один предохранитель. Тимур, ты где, Тимур? Тимур? Ладно, окей, Тимур там пусть пока орет, а я пока пойду чинить корабль. Чинить корабль — это главное. Я бы Тимуру просто дал бы аптечку, но я так подумал, лучше сейчас починить корабль, хотя бы хоть на сколько-то, чтобы... добей, на предохранитель один. Так, я могу так чинить, да? Это у меня спасательная капсула, тоже спасательная капсула. Сейчас спасательную капсулу могу немного починить. Все равно корабль сейчас я дочиню, монстра здесь вроде как нет. Хорошо, он уже рядом, где-то рядом монстр. Все, уходим, 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 уходим. Так, монстр там бегает, если что, рядом. Я пойду сейчас спасательную капсулу чинить. Потому что, ну, я одну вещь починю, а вторую не буду пока чинить, потому что, ну, нафиг надо, типа, сейчас одной вещи хватит. Потому что если я починю обе вещи, то у кого-то может остаться третья вещь, карточка, она может улететь. Поэтому сейчас я чиню только эту штуку, выбиваю карту, и все, и больше ничего не нужно, я могу спасительной капсулой в целом улететь. Корабль я немного починил пацанам, поэтому все в порядке, но спасательной капсулой я тоже никому не дам улететь. Потому что два предмета из трех у меня, у кого-то еще третий, но я так немного починю капсулу. Не знаю, что там делают чуваки, надеюсь, у них есть вещи для починки корабля. Двое играют раз второй. Так, где может быть что-то? Есть чем-нибудь для починки? Возьми. Есть чем-нибудь для починки есть? Да, не, я починю. Нет. Добей, там чуваки, видимо, пытаются починиться. Допустим, надо на себя его заагрить монстра, я буду от него бегать. Я думаю, это неплохой вариант, я им воспользуюсь. Ты его отвлекай, Бест, иди с той стороны, стой, отвлекай монстра, если он придет, чтобы челчи. Последняя часть? У кого? Да, у тебя что-нибудь есть, Бест? Ты ешь какая-нибудь для челчи? Не-не-не-не. Просто добей, ты был полный тоже нет. У меня есть хилка и... это, бластер, короче. А, дай бластер. Бластер, честно. У тебя один? Можешь мне хилку? У меня патрон, у меня только патрон. Хилку дай, хилку дай ему, у него 5 хп. Да не мне, ему. У вас точно нет последней части? Посмотрите по инвентарю. Нету. Только патрон. Капец, нужно, значит, ее искать. Я вроде все уже обыскал, ничего не осталось больше. Значит, у кого-то она должна быть в инвентаре. Ой, он здесь, уходим. У тебя есть последняя часть? Добей. Нет, это бластер. Понял, уходим. А, карточка лежит. О, так я могу сводить пацанов. Да, я могу реально кинуть. А давайте я кину реально, почему нет? Не знаю, спасутся они или нет сами, но... Пожалуй, мне пора свалить от своих друзей. Ну, я починил корабль на одну часть. Я пробегал, нашел кучу лута. Но мой труп найдется, сейчас мне лут поднимут. У меня больше никакого ценного лута в целом нет. Где он, Тима? Тимур, валяется тут, я не буду чинить тебя пока здесь. Тише будь. Ну и че вот ты стоишь? Есть аптечка, где есть аптечка? Не, патроны. Патроны есть, на. Нужно найти последнюю часть. Нужно найти последнюю. Предохранитель один добей-то, если что. Пусть бегут, а я на своей капсулке в космос прыгну и нормально. Фух, давай, демастер, давай. Потом сразу улетаем, без вариантов. Сразу нужно сваливать, потому что, ну, это капец. Иду сюда, монстр. Ха-ха-ха! Да! Я добрался, монстр пришел в последнюю секунду. Чуть раньше бы пришел, я бы сдох, чуваки, капец, тупо облапошил этого лоха. Да ложь! Тимур. Что это за читы? Что это за читы просто были? Тимур, ты пока, слышишь, Тимур, ты пока в Game Mode 3 полетай, поищи тебе последнюю часть, мне просто интересно. А, ты чинишь? У тебя последняя часть была, ты че, тварь? Так я только сейчас ее нашел, в смысле? А, да? Ну я уже еще сводил, так что сваливайте быстрее. Добей, он справа и направо еще раз, направо. Не там, да, вон туда, правильно, беги, прямо. Там направо, потом налево, потом тянется налево, здесь корабль будет. Ты не туда пошел. Добей, дурак. Беги, поднимайся. Да куда ты идешь? Давай наверх, молодец, беги от него наверху, давай. Он наверху? Добей. Ласт, беги. Да куда ты бежишь? Налево. Да куда ты, дурак? Я его... Добей, ты побольше разговаривай, он тебя точно найдет. Ты промазал, Добей, ты можешь спастись, беги, чел. По лестнице. Налево. По лестнице, давай. Направо, беги. Прямо. Да нет, куда ты бежишь, блин. Добей, ты дурак! Он сейчас в свои мины встанет. Так не ставь мины, они лагают. Прямо, направо. Да нет, они сюда, боже, дурак! Зачем он этими кругами бегает? Да, он тупой.
Да ты дурак просто. Добей. Ты по кругу просто бегал. У тебя топографический кретинизм, чел. Ты даже не помнил, как ты пришел. Так, собираю сразу лут, дорогие друзья. Играем мы за мирного. С нами Перец, Топа, Лорд и The Best. Топа. Ему не нравится, как его называют. Топа. Добей монстр, кажется. О. Кажется, нашел ряде. Мастер! Что теперь меч? Че, пошел вот? Фух, ладно, надо хотя бы одну часть починить, тогда будет все нормально. Главное, чтобы сюда добить не пришел, пока я чиню. А то я так стою вообще не беспалевно. Так, так. Но у меня есть одна аптечка, поэтому я могу еще 1-2 удара принять. Так, все, починил первую часть корабля, хорошо. Одна из 5 частей сделана. Я свою задачу выполнил. Теперь мои тиммейты должны каждый по одной части починить. Мне кажется, это будет правильно. Но будет сложно выиграть эту катку, если честно, потому что я не знаю, когда мои тиммейты играют. Только что я играл за монстра, я их всех завалил, спойлер. Ха, вот. И они ничего не смогли мне сделать. Да, вот так вот. Такое тоже бывает. Так, ладно, раз я нашел реактор, мне нужно срочно бежать его ставить. Я знаю, куда его поставить, куда нужно идти, плюс-минус. Так, корабль, смотрите-ка, чинит в этот раз, пацаны. Привет, бэй! Надо было чинить там, где я стоял. Ну ладно, вроде нормально стою, вроде нормально чиню. Давай, чини, 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 чини. Добей, ты еще никого не убил, только лорда почти завалил. Это хорошо. Вот, потому что сейчас, как видите, я почти заполнил данную полоску. Ага, все, отлично. Уже 3 из 5 починено. 3 из 5, дорогие друзья. Это определенный успех. Единственное, что я не знаю, где монстр. Я не знаю, я не нашел ни одного предохранителя. Предохранитель мне бы найти было бы неплохо. Мина просто, смотрите, лежит в самых первых комнатах мина. Пошел нах. Уходим, уходим, он здесь, он здесь, он здесь. Уходим, 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 уходим. Иди сюда, лох, ты меня не догонишь, лох. Давай за мной. Да что тут делаешь? Ну за что меня-то? Таргетер за мной бежит. Беги, беги, он там, он за мной бежит. Ладно, нормально. Надо бы предохранитель где-нибудь еще найти. Да пошел ты нафиг. Он только что был здесь. Он в люк, в люк, в люк, в люк, в люк, в люк ушел. Так, нужно наверх тебя залутать. Наверх подняться и сверху полутаться. Нифига. Нифига, нашел последний элемент. Чиним корабль, чиним корабль, чиним корабль. Боже, я столько всего сделал. Я две починил, я третью чиню, чуваки. Пока добейт убивает лорда, у меня две мины перед кораблем. То есть он на 6 секунд станет стан. Все, я стопудово улетел, стопудово улетаю. Фух, капец, ну я затащил эту катку. Я ее затащил. Фух, это было сложно. Все, пока им чтобы спастись. Фух, давайте посмотрим, что делают другие. Капец, это была очень сложная катка, чуваки, серьезно. Я прям реально потел. Ха-ха-ха, починил весь корабль, подобить за мной бегал. Пацаны тоже, кстати, молодцы. Две вещи починили, но я не знаю, почему все такие бесполезные, почему я такой полезный. Они не могут найти, где корабль. Ой-ой-ой, сейчас пацана-то убьют. Беги на корабль, я корабль починил, пацана. Нужно просто на корабль прийти. Куда, куда побежал? Тут мины. Ну да, здесь две милых мины, пацаны, я их случайно поставил. Ну-ка, ПКМ на кресло, ПКМ на кресло, ПКМ на кресло. Бест, да ПКМ на кресло нажми. А, все. Да я не мог нажать никак. Да я, да, знаете, в чем фишка, чуваки? Почему вы такие бесполезные? Я три вещи из 5 починил с Солянова.